Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, и мы продолжаем с вами играть в Among Us. Сегодня мы решили сыграть в новый режим. Сразу предупреждаю, там будет очень много криков и смеха. Получилось реально очень угарно. Предупрежден, значит вооружен, как говорится. В чем прикол этого режима? Задача мирных по-прежнему так и остается выполнение заданий, но только в этот раз нужно делать все гораздо быстрее, пока маньяк не придет и не убьет тебя. Задача предателя — убить всех на этом корабле до того момента, пока мирный не выполнит задание. А особенность этого режима заключается в том, что у предателя перезарядка на убийство ровно 10 секунд. Но при этом он почти ничего не видит, ведь дальность обзора очень маленькая, в то время как у мирных обзор на всю карту. И поэтому предатель не видит мирных, а они его да. Также нажимать на труп можно только в том случае, если маньяк гонится за тобой. И чтобы спасти себя, ты нажимаешь на труп. В общем, вот такие вот правила режима, такие условия. Обязательно пишите в комментах, понравился вам такой режим или же нет, потому что я думаю, что нужно все-таки экспериментировать и добавлять иногда чего-то нового. Поэтому все, я жду вашу критику в комментах. Обязательно досмотрите серию до конца, потому что у нас сначала будут катки с новым режимом, а потом уже будут нормальные катки. Все, жду каждого из вас в комментах. Обязательно напишите, как вам новый режим. Желаю каждому из вас приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы начинаем, погнали. Давайте, парни, быстрее! Выполняйте задание! Где все остальные пацаны? Олег, мы слева. Пососи. Ебать, тут трупы, пиздец, я не вижу никого. Я никого не вижу, у меня дальность обзора. Бегом. Вот, Оля. Я сейчас репорт кину. Хорошо. Так, минус 4 уже, оформлю, парни, нормально. Ребят, задание делайте. Оля, он тебя видел? Я его не видел. Ну вы уже, кстати, половину задания. Андрей, беги. Я задание выполняю, отстань. Классно выполняю задание. Так я же говорил, вы на трупу нажимаете, если видите их, если я за вами бегу. Чё? Ты куда у меня пропал, Серега? Я понял, что это было. Он здесь, он в управлении. Толя, сюда. Я все задание выполнил. Давай. А почему Олег у меня так лагает? Хорошо. Это пипец хардкор, пацаны! Это капец, это жестко вообще, реально. Кто предатель? Ребята, вам пизда. Не говори. Я пошел выполнять задание, надо быстрее задание выполнять. Толя, стоять, блядь! Просто без паники выполняем задание, пацаны! Просто по факту выполняйте задание, и все! Здорово! Пацаны, он слепой, не подходите к нему! Я зарепортил, он за мной бежал, блядь! Скипаем! У него сейчас снова КД на килл будет 10 секунд! Надо на эти секунды просто убежать, пацаны! Эту крышу двери закрывают аккуратнее, блядь!
Все, погнали, погнали, уходим, 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 уходим. Нет, пельмени, нет, так же не думай! Самый умный, что ли, блядь? Беги, 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 беги. Бля, еще свет, ебаный. А похуй, у нас обзор заебись. Так он при этом видеть будет. Так он, да, он вообще ничего не видит. Там ему не дальность обзора вообще минимально. Да бля! Он вообще практически ничего не видит. Сань, где тебя убили, скажи? Этот электрон, блядь, я забыл, как называется. Стой, блядь, петух, стой! Да ебало! Я занимаемся, молодой человек. Дина ебаная, блядь. Опа, Олег, нашел! Красавица! Зацелился, зацелился. Блядь, ебать, на 4 трупа. Так, парни, нас осталось пятеро, нас осталось пятеро, давайте. А сколько нам еще заданий, там еще дофига заданий. Блядь, я случайно заголосовал, блядь, я долбоёб. Нормально, не выкинет. А, ну слава богу. Не выкинет, нормально. Бля, жалко, что не выкинет. Ебай, блядь. Убегаем, 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 убегаем. Опа, беги, беги, Макс, ой, Макс, блядь, уходи, да, все, Макс, я, блядь, уходи. Все, да, я сдох, да все, я сдох. А что двери не открываются? Давай быстрее, 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 уходим, 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 Сережа. О, Олежа. Олежа, Олежа. Уходим, уходим далеко влево, давай, далеко давай, влево. Давай, давай, уходим вправо, 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 Серег, вправо, вправо, вправо. Да, вправо, вправо, ребят, конечно, блядь. Давай, давай. Давай, так, это сюда. Опа, Джонни, отвлекай. Ой, осуждаю, кстати. Поддерживаю, блядь. Где ты, блядь? Все, последнее задание. Все, я свои задания выполнил. Призраки выполняйте задания. Олег, ищи труп, ищи труп. Давай, 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 давай. Призраки, выполняйте все задания, даже призраки, выполняйте задания. Все, все, последнее задание. О, я труп устаю. Ух ты, ничего себе, тут трясня какая, тут два трупа. Давайте, парни, выполняйте задание. Ребят, последнее задание. В смысле? Пельмень ко мне подбегал, пельмень ко мне подбегал, пельмень ко мне подбегал. А, мы последние, Олег, мы последние остались. Все, давай, давай. Ребят, сделайте кто-нибудь задание, пожалуйста. Так, подожди, а вообще, подожди, а маньяк может закрывать дверь или нет? Да. Да. Блин, это сложно. Не, ну ребят, я игрок, кстати, без этого. Олег, Олег, мы не выживем. Ну я знаю, что мы не выживем. Я двери закрываю. Серег, Серег, давай, я буду прикрывать тебя, самое главное, чтобы ты выполнил задание, беги просто. Я сделал, я все задания сделал, высотную. Убегай, убегай, убегай. Уходим, уходим, уходим. А где вы, блядь? Он слепой, он слепой. Он слепой, я знаю, он не видит нас, он не видит. Ой. А не, увидел. Нет! Ребят, сделайте задание, пожалуйста. Сережа, беги! Сережа! Стоять, блядь! Зря ты искал, Олег. Как ты меня убил? Олег, тебе в столовке надо было остаться. Пипец! Ебать, я. Ой, Саня, пока. Саня, удачи, Саня, удачи! А нихуя не видно! Стой, сука, иди сюда. Так, я выполняю задание. Толя, давай. Сань, может договоримся, Сань? Давай, ты на палеве. Сань, может, ну туда не надо, может, Сань, может, ну зачем ты убиваешь? Ты на палеве, я на палеве. Давай, ты на палеве, если чё, ори. Я, сука, потерял. Андрей, беги. Потом меняемся. Блядь, это пизда. Кто ко мне подбежал в электричестве? Толя, Джонни, здорово. Нет, нет, сука, ты же на палеве стоял. Я сейвлюсь, я сейвлюсь, я сейвлюсь, я сейвлюсь, я сейвлюсь. Понимаю, понимаю, понимаю. Красава. Блядь, это что такое начинается? Сбегаемся, блядь. Так, давай, давай, давай. Блядь. Он, блядь. Так. Самое главное, чтобы у меня не было задания с карточкой, сейчас? Иначе я его да почему не за мной? Ну, все, я сделал. Хорошо. Что, есть здесь кто? Нет, блядь, никого. Бра, я вообще нихуя не понимаю, что происходит. Давай быстрее. Да. О, Олежа. Быстрее файлы зак... Ой, Олежа, беги! Блядь, зато в подсказках в обычных катках мы так Сань, быстро подсказали. Саня! Блядь! Да так а все, вам осталось совсем немного задания выполнить. Блядь, обзор, как обочку. Пацан, давай бегу. Серега! Пацан, беги! Да! Это за крик, мой? Давай, Андрюха, тащи. Да, блядь, ебаная хуйня, реально. Выполняйте задание! Вам не нужно осталось, бегите! Я бегу, бегите! Ой, блядь, Андрей, аккуратно, там они в этом, блядь, в блоке управления, они в блоке управления. У меня одно задание осталось, все, одно задание, беги. Пельмень, живи. Андрей, не беги сюда. Пельмень, тебе время, пельмень, тебе время. Андрюша, выполняй задание, Андрей. Андрей. Блядь. Ни одного.
Охуеть! Бля, в ахуе себя. Просто нормально! Я загружал файл! Опа! А вот это уже интересно! А вот это уже интересно. Ну давайте побежали выполнять задание. Окей, давайте встанем вот здесь. Вот типа мы выполняем задание. Типа я такой стою, нажал на кнопочку, задание здесь я выполнил. Отлично. Так, давайте теперь встанем вот здесь. Вот типа я тоже выполняю задание здесь. Но нам надо реально кого-то убивать. Нам надо кого-то убить, причем сделать нужно это максимально быстренько. Поэтому давайте, не знаю, так, Джонни меня видел. Поэтому нет, убивать кого-то сейчас здесь не варик. Убивать кого-то сейчас здесь, это, конечно, капец как не варик. Давайте, не знаю, давайте сейчас выполним задание вот здесь вот, типа, встанем. Типа, здесь у нас задание. И давайте-ка мы, наверное, сейчас вырубим им свет. Сделаем вот так вот. И все. Все, свет у нас упал. Давайте сразу побежали туда наверх. Ух ты ж, ничего себе, сразу сколько здесь людей стоит. А чё здесь так людей-то фига-то, я не понял, ребят. И чё, и кто у нас на свет побежит? И кто у нас это на свет? Так, ну на свете у нас это право и... Так, ну всё, свет мы починили. Окей, отлично. Нам надо кого-то убивать, уже выполнили дофига заданий. Нужно срочно кого-то убить. Где все? О, Серёжа, прости, ничего личного. Да-да, да-да. Надеюсь, нас никто не спалил. Очень сильно на это надеюсь. Так, ладно, убили Серёжу. Это, кстати, хорошо. Где? 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 Я просто увидел труп. Все. А где, 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 где? Там, где метеорит избивать, типа. В оружейной? Снизу слева, короче. Внизу, да, 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 внизу слева. Вот, и все. Я был справа сейчас, где 1, 2, 3, 4, вот это. А кого я? А, был тут. Я и Максим дезинфекции были. Единственное, кого я помню, я помню только одного человека, который бегал где-то в той стороне, это вот в белом. Такой светлый скин. Браво. Браво. Ну я был у меда потом. Не, да. Ну можно браво просто кикнуть. Ну так, да. Почему? Все равно так другое. Да, давайте да, просто браво кикнем. Да, давайте его в профилактике реально, он заебал. Ну что за браво, да. Браво, ты не активный, ты видишь, ты пассив сейчас просто и молчишь. Не, чтобы сказал, типа, блядь, вы что, охерели, блядь, я там выполняю все, типа, и все. Бля, вы что, реально кикнули его? Дебилы, блядь. Кикнул, блядь. Бля, я думал, бедный браво просто зашел с пушей-то, а. Дизморальщик. Я остался один! Я остался один! Какого фига вообще? Какого фига вообще? Скажите, пожалуйста, как? Что мне теперь делать? Я остался один! Что это за вброс был такой? Нет, это реально бред какой-то. Это реально просто тупо бред. И что мне теперь делать? Я остался один! Я реально остался один! Чё, у меня даже саботаж почему-то недоступен. Почему? Так, ладно, давайте... Да что ж такое-то-то, а? И что мне теперь делать? Мне нужно находить кого-то, мне нужно 100% найти кого-то. Это бред! Я не знаю, одному сейчас вытаскивать катку как-то, это типа вообще хардкор. Давайте посмотрим, может быть есть кто-то в лаборатории. Саботаж у меня еще пока готовится. Надеюсь, что в лаборатории кто-то будет. Очень сильно на это надеюсь. Все, отлично. Тогда побежали вперед. Я, если что, могу сказать, что я все свои задания выполнил и все. Блин, тут еще сверху, да, кто-то? Да господи, да что такое-то? Я не понимаю, как убивать тут кого-либо вообще? Это бред, это просто бред, реально. Не, все, забейте, я не смогу ничего сейчас сделать. Я просто ничего сейчас не смогу сделать. А все вместе бегают, все бегают в толпе. Все бегают в толпе. Это бред. Я не знаю, что мне делать, понимаете? Я не знаю, что мне делать. Но я под подозрением уже 100%. Толя тем более пошел за мной. Толя пошел за мной. А короче, все, отстань от меня. Только бы не спалил, только бы не спалил. Пожалуйста, пожалуйста. Короче, давайте на труп нажмем просто и все. И как-то попробуем выбраться отсюда. Да. Я нашел труп под этими, где саботаж справа сверху. Прям. Это не я и не Макс, мы бегали. Да, под капсулу. Да, мы там. Ну, как смысл, я сейчас был с Ромой вообще. Ну, типа, да, я прибежал мы с... к Роме, Рома по факту, по факту, по факту. Мы да, слева да. С краю с Андрюхой там были. А я в центре офиса был, я просто хотел обойти через дезинфекцию и пройти задание 1, 2, 3, потом труп, я тело выполнил. Но потом по... А? Тело под капсулу. Мы по сути, можем скипнуть, мы практически все задания уже выполнили. Да. Сейчас можно просто задание, ну, типа, до конца давай, давай, давай. Может, это Тёмик, потому что он как нубик нихуя не делает. Да, по факту. Я все задания выполнил. Я не знаю, что мне делать. Я вообще не знаю, что делать. Я остался один, их еще слишком много. Задания практически выполнили все. Понимаете? Это бред, это просто бред. Так, ладно, погнали, 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 погнали вперед. Пусть Рома выполняет задание. Я надеюсь, что сейчас просто на свете будет стоять толпа.
Ну нет, там только один Тёмик стоит и все. Ну все, отлично. Давайте пошлите встанем на камеры, посмотрим. Здесь никого. Макс бегает с Андреем. В этом это проблема. Это проблема, сразу вам говорю. Но мне надо срочно кого-то убить. У меня КД как раз таки сейчас заканчивается. Мы можем саботаж еще устроить? Опа! Здрасте! И до свидания! И до свидания! Уходим, уходим, уходим. Так, Макса мы убили. Давайте выйдем отсюда. Где убили? Так, я. Кто перед нами ходил? Максим, его убили как раз. Блять. Да, все. А ты видел, кто перед нами забежал? А, бляха, муха, я нажимаю репорт, и в этот момент два чувака подбегают. Это мы, это мы были. Угу. Я типа понял то, что надо запоминать цвета, потому что я нажимаю типа репорт и все, у меня из головы вылетело. А кто рядом был? Черт, ну я ничего не скажу. Бля, я сейчас был слева, Тёмик, ну типа он меня видел. Я в админской комнате был. Я подбежал, он чинил свет, потом он побежал направо, я побежал налево. Андрей? Андрей, ты замьючил. А. Че, я просто стоял на спавне, я все задания выполнил, я стоял, кайфовал, чилил. У меня все выполнено. А, Тёмик, ты что сейчас еще раз делал? Я был в админской комнате, я выполнил все задание. Я просто смотрел. Где у нас? Это справа, да? Справа внизу. А трейдер вообще. Я видел то, что два человека бегают по отдельности, и вот вы втроем, когда труп нашли. А все еще два трейдера? Я не знаю. Тёмик и Олег. Так, у кого. Подожди, мы не знаем, сколько их, типа, даже если выйдет. Да. Понял. Так, задание у кого в итоге остались? У меня все выполнено. У меня. Подожди, у Тёмика получается? У меня у Фазана. А, у Фазана. Ну все, вот все, давайте за Фазаном идем и пусть выполняет. Давайте. Давайте. Все идем без исключения. Да, все. Да, все. И Фазан. В том числе и ты, Андрей. И Флэкджикей, да, все идем. Ну только сейчас будет саботаж сразу по парам. Нет, нет. Разобраться. Я не саботаж понял, да будет, блядь, с реактором. Саботаж. Короче, ребят, я реально стараюсь сейчас выложиться на все 100. Ну их реально осталось дофига. Их еще сколько? Ой, не, все, забейте. Вот Фазану реально осталось выполнить буквально немного заданий. Давайте сейчас выполним задание. Ой, вот как раз таки у нас начался саботаж. Давайте погнали налево. За мной. Так, ручку прикладываем, приложили, отлично. Все, ну все, мне осталось. Ну типа все, не, забейте, я проиграл эту игру. Все, это 100% информация. Можно сейчас, в принципе, сделать просто килл в толпе. Не, 100% надо убивать. Пофигу. Была не была. Тёмик, да? Это кто? Тёмик. Нет, алё. Нет! Это не я! Понимаю. Ну что, там другой зеленый. Фазан, ты сколько тебе еще заданий нужно выполнить? Ой, я выполнил все. В смысле, а кто тогда не выполнил? Призраки не выполнили по ходу задания. Чё? Так, все, отлично. Делаем снова саботаж. Погнали, пацаны. Да кост! Красава, мать, доделать. Я думал, доделывать или не доделывать. Не, Макс, надо было специально сделать это. А потом я такой, ну ладно, доделаю. Олеж. Вы понимаете? Вы какого фига Браво в самом начале кикнули вот просто, ни за что потому просто? Потому что я сказал, что он маньяк, и мы его сливаем, поэтому... Я хотел голосовать начать, когда саботаж начал, Олег остановился. Олег меня начал убивать просто потому, что за тобой начал бегать, да? Я остался один, Толя начал бегать за мной, он меня достал, он бегал все время за мной по пятам. Бля, я смотрел, я сижу, бегу, меня Олег убивает, сзади Рома подбегает, я такой, нажми репорт, он пробегает комнату, обратно возвращается, нажимает репорт, такой, слава богу. И в итоге его не заголосовали, я такой, ясно. Бля, нет, типа, изначально это было максимально хардкорно, потому что я остался один, типа, и все, а мне нужно было убить всех. Бля, ну ты хорошо, типа, до конца довел. Да какой он, ну. Так подожди, Браво реально в итоге был трейдер? Да. Ну что ж, друзья, у нас очередная каточка, и я член экипажа. Я мирный игрок, поэтому погнали выполнять задание, давайте посмотрим. Так, ну вроде бы Толя у нас выполняет задание. Джонни у нас вроде тоже выполнил задание, еще кто-то справа, я не обратил внимания, тоже вроде как выполнял задание. Так, давайте с вами пройдем, наверное, все-таки будем держаться со всеми. Хотя не, ну нам реально нужно выполнять задание, давайте сразу... Чё?
Блять. Базар. Я нашел труп там сверху, напротив пункта управления, слева, где комната, где свет чиним, когда вырубаем. А туда зеленый побежал. Андрюша. Кто я? А тут два зеленых. Темно-зеленый и светло-зеленый. Не-не-не-не. Толя стоял на стартовой площадке. Да, я сейчас. Я пошел дальше выполнять задание туда, в эту, там, где... Болотов стоял вообще в самом начале. Я видел, что сверху бежал. Я-то что сделал? Я Саня был в лаборатории. Я когда пошел вниз в столовую, я точно видел, что кто-то зеленый наверх ушел. Бля, знаешь, еще раз трушили сверху. Он еще так активно говорит, типа. Я-то в оранжерею пошел наверх там выполнять задание. Что такое оранжерея, блядь? Ну там, блядь, Джонни, а ты сверху вниз бежал, ты не увидел? Я бежал сначала с Олегом, и потом хотел проверить, умер ли кто-то на стартовой площадке, и ты идешь с Серегой тогда. Я только мед начал делать. Ладно, хорошо, Андрей пошел поливать цветы, я так понял, раз он сказал это. Да посадь цветы. Потом кто-нибудь видел, как он вниз убегал? Нет. Сань, что молчишь? Значит, он Я говорю, если меня не слышно, блядь, это не значит, что я молчу. Короче, ладно, я давайте мы сейчас скипнем, но с Андреем прям пристально следите. Да, следите за мной просто. Но карандашиками я тебя помечу, блядь. Так что, Андрей, ты от нас не скроешься, понятно? Я не пытаюсь даже. Да. Все, ну короче, у нас Андрюха под подозрением, труп нашли супер быстро. И я рад, что я даже ни одного задания, по-моему, не выполнил и уже нашел труп. Надо следить за Андрюхой, поэтому я даже, наверное, сейчас задание не буду выполнять, я просто буду сейчас бегать со всеми и смотреть, кто, чё, кого, куда. Так, синий, красный, розовый, отлично. Так, всё, снизу у меня заданий больше нет. А где Андрей? А вот он бегает у нас. Ладно, давайте сейчас все-таки выполним задание по-буренькому, по Шурику просто. Вот это сразу задание выполним, потому что оно супер длинное. И надеюсь, пока я буду выполнять это задание, меня никто не убьет. Иначе будет капелла. Иначе будет просто ГГшечка. Но надеюсь, что все будет чики-бамбони. Все, так, это мы сделали. Отлично! Так все, у меня все задания в реакторе и в лаборатории. Где? Где был? Где? Наверху. В оранжерее, чуть выше. Не, ну вот теперь, Джонни, у меня вопрос. Объясни мне один момент, когда ты стоял возле цветков, я тебя видел краем глаза, и я подошел туда. Так ты смотри, когда ты туда подошел, ты стоял секунды 2-3, это точно. Ну я тыкнуть не мог в этот момент. До этого я стоял слева в ВФК, до этого я пару секунд стоял слева в ВФК в оранжерее. Ребят, за Андреем кто-нибудь сейчас следил? Вот я сейчас пришел, Толя, ты же меня только что видел, я выполнял там задание. Толя, а он откуда пришел? Как вы вбежали. Ну я как бежал, вот как это называется, тем, там, где двери открываются. Дезинфекция. Да, дезинфекция. Вот, я в дезинфекцию пришел, там был Толя и Саня, по-моему. А да, какие задания, Андрей, ты до этого выполнил? Ну и там, короче, где щиток этот соединить, короче, проводки, короче. И потом я пошел складывать камушки. Мне остался мед и провода. Короче, ребят, у меня подозрение на Андрюху и на Серегу, все. The same. На другие у меня нет подозрений. Это вбросы, это вбросы. Это читал. Вы говорили, вбросы, точно, Андрей, вбросы. Да, по-любому. Да? Да, блядь, да. Что ты лыбу делаешь, Андрей, блядь? Потому что меня начинают засаживать. Короче, я за Андрея, нахуй. Я за Андрея, нахуй. Как вы, я за Андрюху. Да, я тоже за Андрея. Давай. Нет. Я сказал. Нет. Еще. Так, ребята, очередная карточка за предателя, да, Андрей? Ну что, друзья, очередная карточка за предателя. Андрей, проголосуй за кого-нибудь, пожалуйста. Да, ну, я за себя голосую. А ты скипни. Не, он не скипнул, он это скипнул. Ну да, он за себя проголосовал. А чё только ты скипнул? Ладно, всё, пытаемся. Ну, потому что я. Так, ладно, окей, Андрюху мы вроде кикнули, но пока все равно мы не до конца уверены, кто же, был ли он предателем или же не был он предателем. Но в любом случае мы уже приняли решение, мы его выкинули, поэтому, скорее всего, остался один предатель. По крайней мере, на это я очень сильно надеюсь. Так, давайте починим, пацаны, реактор по Шурику вот так вот, ручки просто приложим свои и всё. Давайте выполним сейчас вот это задание с микшером. Теперь осталось провести вот здесь вот провода желтые. Сейчас самое главное, Серега стоит рядом со мной. Самое главное, чтобы он меня не... Как-то он очень быстро сейчас на самом деле. Так, это сюда, листочки вот сюда. Все, это задание мы выполнили.
Нам осталось выполнить последнее задание в хранилище. Я на всякий случай проверю, здесь нет ни... Так, Макс стоит, выполняет задание. Толя, пельмень, все здесь. Все здесь. Один только Серёжа бегает где-то и что-то делает. Не, это 100%, это 100% Серёга. Кстати, ну мы почти выполнили все задания, поэтому мы выиграем, либо выкинув последнего... Где? Олег, а ты не видел слева в комнате труп валялся у тебя? Нет, я сейчас не видел. Короче, ребят, я скажу 100% proof, то, что Толя чист, потому что он при мне выполнил диагностику вот это на стартовой площадке. Я видел, как он выполнил задание, и заполнилась шкала вот эта зелененькая. А! Ты сейчас вниз спускался в стартовую площадку? Нет, он был в реакторе. Я в реакторе был. Один вопрос только. Кто спускался вниз в стартовую площадку? Я на развилке шел. Макс, ты меня не видел тогда? Да, нет, я там не был в той комнате. О, я видел, мы с Аней бежали, я забежал в правую комнату, он в левую комнату. Я в правой комнате выполнил задание, где надо ракетой вот этот управлять зигзагом. И побежал обратно вниз, мне надо аномалию сейчас завершить, и все. Короче, пацаны, смотрите, мы были все в реакторе, не было только одного, не было Сереги. Да, я убежал потом. Я видел то, что Макс стоял, выполнял задание, по-моему, от 1 до 10, да, Макс? Я вверх даже не поднимался. Все, потом... Но я вам скажу так, если это не Серега, то это Олег. Хорошо. Можете выкинуть нас обоих, если подадут. А зачем кого-то сейчас выкидывать, если... Я сейчас в конце видео, когда я был в меди, спускался кто-то до стартовой площадки, меня тот человек не видел в этот момент? Нет, я не видел. Но я когда бежал. Ну окей. Короче, нет, давайте зачем нам кикать. Давайте скипнем. Кто задание не выполнил? У меня в самом начале надо аномалию, где черепашка нарисована. Можете за мной пробежать? Все, хорошо, давай. У меня максимум проводка. Давайте сначала за Максом пишем, потом. Да. Я выполнил все задания, потом за мной. Вдруг я умру, это Сережа. Хорошо. Так, ну все, у нас подозрения все на Серегу, но я почему-то реально уверен, что это Серега, но по-другому просто, ну, вряд ли как-то может быть. Темпури Андрюху мы минусанули туда-сюда. Все, поэтому мы сейчас просто бежим за Максом, он выполняет задание. И обратите внимание, кто остался. Остался только Толя и Серега. Но Толя, мне кажется, остался там специально, потому что он сказал, что если его убьют... А, вот они и прибежали. Так, Серега, убийство в толпе не получится. Убийство в толпе не получится. Так, ну и чё, и за кем дальше бежим? Макс, ты выполнил? Тут Максу нужно... Блин, там ждать дофига надо. Такое задание выполняется сразу же. Ты просто нажимаешь и потом бежишь выполнять другие задания, пока... Так, давайте сейчас ведем 5, 8, 8, 3, 6... Все, офис не активен, но я же ввел пароль 588. Изи. А кто? Серега? А кто? Да, там уже бесполезно было. Да, Серега и Андрей, Я зато Саню вчистую убил. Да, Серега и Андрей, 2-2. Я зашел в вентиляцию, убил Саню, убежал быстренько. Да ты козел. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот серия у нас сегодня получилась по такой игрушке, как Among Us. Я надеюсь, она вам понравилась. И вы, конечно же, поставили лайк и подписались на все наши каналы. Все полезные ссылочки находятся, как всегда, в описании под этим роликом. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока.